Богата антиоксидантами, защищает от рака, защищает от сердечных заболеваний. И это еще не полный список того, что может клубника. Ну а сегодня у меня урожай. К ягодке ягода, бери, выбирай. Всем привет, друзья! Наконец-то мы дождались лета. Наступила жара, сегодня 8 июня. В прошлом году, в конце сезона летнего, мы с Сашей загорелись желанием заняться, попробовать ягодой. Выбрали клубнику. Короче, в том году взяли у нас кустов клубники. И в этом году у них уже 250 кустов сидит в балагане. А ребята занимаются еще молоком, кефиром, сгущенкой. Ну, короче, молочный берег. Моя клубника первый год удала. Вот так вкусно. И, собственно говоря, сейчас мы находимся возле нашего первого, пока что, надеюсь, пока что единственного балагана. Начиналось все с того, что в октябре месяце были вручную сделаны 3 бугра под посадку клубники, накрыты вручную пленкой. Под пленкой у нас лежит капельная лента проложенная. А вот это вот наша бочка для полива клубники. 240 литров, соответственно, на каждый кустик уходит по литру. И выбрали несколько сортов Клэри, Альбион и Азия для того, чтобы, ну, как неопытным людям просто понять, что нам больше нравится. Балаган у нас 13 метров. Ну, тут получается 240 кустов на всю теплицу, по 80 на каждый бугор. Дуги мы гнули самостоятельно с помощью трубогиба, покупали профиль и вручную каждую дугу гнули. Устанавливали на место, якорили арматуры, но это, в общем, Саша все, в принципе, показывал в других видео. К сожалению, у нас прям в самом начале сезона накрыть пленку не удалось, и натянули мы ее только в апреле месяце. Ну, получилось, я считаю, что очень даже хорошо, была прям идеальная натяжка, но сейчас, конечно, когда вот жаркие дни, солнышко припекает, немножечко она начинает растягиваться и проминаться, но это не критично, я считаю, что и так очень хорошо. Ну и, собственно, что? Очень волнительный момент. У нас созрели первые ягоды. Напоминаю, 8 июня. Мы находимся в Московской области Солнечногорского района. Вот такие первые результаты по клубнике из нашего балагана. В открытом грунте сейчас клубника только цветет, только появляются первые завязи, а у нас уже вот первые результаты по урожаю. Сорт Азия, сорт Альбион, сорт Клэри. Альбион, как можно заметить, зацвел у нас первым, поэтому и ягодок получили мы больше. Ну вот и хочу ради интереса просто взвесить самую крупную ягоду из нашего урожая. Это у нас Альбион. Давайте посмотрим. 28 грамм. Ягода первая, поэтому тут понятно, что мы никаких серьезных результатов не ждем. Нам просто интересно сейчас на данном этапе попробовать, кто вкуснее, скажем так. Вот, и что хочу еще сказать. Ну, косячков у нас было много, мы только учимся. И с удобрением, с недостатком некоторых элементов по ягоде у кустиков тоже мы наблюдаем до сих пор. Мы это все как-то вот пытаемся нивелировать постепенно. Поэтому я думаю, что сейчас она раскачается и уже будет нормальный результат. Мы его ждем. Давай пробовать, мне не терпится уже. Пробуем. У меня Альбион, у Вари Клэри. Сочная, сладкая. Вообще. Как тебе, Варь? На тебе вот эту. А я попробую Клэри. Это более мясистая. Вот Альбион более сочная. Клэри более мясистая. Вкус немножко отличается. Он более такой вот, как у дикой земляники. И кислинки больше. То есть вот Альбион более сладкий. А теперь Азия. Но она, правда, мне досталась не очень спелой. У меня Варю тут самую спелую съела уже. Вот это тоже сочное, как Альбион. Но мне кажется, еще более сладкое. Короче, Азия пока по сладости лидирует.
Ну что, вот такие вот у нас первые результаты. Очень вкусная ягода. Пока что могу отметить, что Азия самая сладкая. Ну и, соответственно, большинству людей, наверное, понравится именно она. Мне понравились все. Я даже не могу выделить, какая именно из сортов. Ну, делиться каким-то опытом сейчас пока рано, потому что сами мы учимся. Но мы обязательно постепенно будем какие-то свои наблюдения доносить до вас. Так что спасибо всем за просмотр. Ждем больших урожаев и всем их желаю нашим подписчикам. Все, спасибо. Всем пока. Увидимся.